Опа, нифига себе. Телепорт? Где-то я уже подобное видел. Кажется, это безопасно. Пойду проверю. Отличненько! Руки на месте! Сейчас я проверю свои тактильные ощущения, там пальчики и шмальчики. Тю-тю-тю, все огонь, все ништяк, все работает. Даже не разорвал на части. А поговаривать телепорт, это фантастика, все это бред. Невозможно в нашем мире. А, ну я же нахожусь в виртуальной реальности. Ладно, пойдем сюда. Я вижу уже здесь швабру. Моя любовь. Моя просто прелесть, обожаю убираться. Подметем здесь пол. А на самом деле, нафиг оно мне надо? Вошло оно все в пень. Так, значит, что здесь у нас? Какая-то требуха? Пусто! Здесь тоже пусто! О, шваброчка. Может, ты ко мне вернешься? По старой доброй любви. Не, не хочешь, ну как хочешь. Тогда я ухожу отсюда. О, да, вот это просто кайфушечки. Так, что это у нас здесь? Это какой-то музей. Музей? Hello. To the Museum of Technical Demonstration. Что за дичь происходит? Кто здесь? Кто говорит? Мне это чертовски дико напоминает портал. Сейчас начнутся тут какие-нибудь головоломки. Непроходимая стена, смотри. Туда не пройти. Ладно, все, хватит баловаться, пошли. А, спасибо, рука, что указал мне путь. Я ж дебил, я ж не знаю, куда идти. И вообще у меня почему-то пальцы живут своей рукой, да, своей рукой, своей жизнью. А здесь будет экскурсовод? Мне бы тут кто-нибудь что-нибудь объяснил. О, это же мои контроллеры, смотри. Вот такие вот контроллеры у меня на VR есть. Телек, красная кнопочка. Давай нажмем. Похоже, грубую силу надо применять. Телевизор заработал. Можно тут покрутить, переключить что-нибудь? А ну иди сюда, лопух деревянный, чё ты не переключаешь мне? О, как ты умеешь. Кстати, обычно по старинке именно такие телевизоры именно так и чинили. Просто колбасишь их по бочине и всё. Не, ну знаешь, в моей молодости эти телевизоры были похрупше. Этот вообще ничего не берет. А ну... Господи, его даже табурет или что это? Скамейка не берет. О, вырубил, смотри-ка. Все, я тебя победил. Продолжаем нашу с собой замечательную экскурсию. Мы двигаемся к... Что это? Короче, это перила. Только на кой черт она здесь сдалась? А это урна. Могу я расшибачить ее окно? В городок. Не, не могу. Ай, какой скучный музей. Посидим, правда, на дорожечку? Вот так, да. Черт, жопа слишком толстая. Скамья уронилась. От моей жопы. Двигаемся дальше. Экзибист. Туда нам нужно, да? Ноги. Ноги ходят. Чуваки! Тут что-то интересное. Локомоушен. Тут нам, короче, показывают, как мы выглядим в виртуальном мире. То есть вот мои ноги. Вот мои ноги. И мои ноги. Они как бы могут ходить, бегать. Кажется, меня загипнотизировало. Главное не блюнуть на свои ноги. Идем дальше. Руки, останьте. Останьте, что вы делаете? Хватит изображать, как будто я бегу. Здесь столько беспонтовых экспонатов, и все хочется посмотреть. Смотри-ка, что я нашел. Это же шлемы. Продукт лайнап. Короче, это виртуальные шлемы. В одном из таких я сейчас нахожусь. Если ты еще не понял, то это игра... Это VR. Игра про VR-игру. Короче, это как сон во сне, только я сейчас нахожусь в VR... Я затупил, ладно. Чувак, я тебя спасу! Как-нибудь, наверное. Я не знаю еще как, я не придумал. Но я так одинок, что готов с тобой задружиться. И тоже подержать твою бочку. Мне уже надоело тут шляться, я решил пробежать немножечко вперед. И тут началось. Короче, подпрыгни, присядь. Телеки нерабочие на каждом углу. Я уже мечтаю, когда это все закончится.
Карачки — это, конечно, хорошо, но вот я уже не молодой. Climbing gym. Типа спортзал, да? Смотри, тут написано jump. Типа джумпни. Но я джумкать не хочу. Вдруг я тут ноги переломаю. Не зря же мне здесь всегда демонстрируют мои шикарнейшие ляжки с ногами. Опа, есть. Руки крепенькие, слушай. Мне нравится это тело. А еще высоко, блин. Ладно, спускаемся по-тихому. Ну все, тут уже можно прыгать. Шикарно. Я только не въезжаю, как это я был в музее, а тут уже и спортзал. А, типа, смотри, я вот так вот могу ручками за все хвататься. О, кстати, классная штука. Можно сделать себе маникюр. А теперь, как истинный Томб Райдер или Индиана Джонс, хватаемся за веревку и просто поднимаемся. Блин, вот это физика. Вот это возможности, вот это я понимаю. А еще, как на уроках физкультуры, мы можем поделать следующее. Хватаемся за вот это, как это называется? А, пофиг вообще, хватаемся, короче, за это. Вот так вот, аккуратненько, элегантненько, своими мизинчиками. Видал, да, какой физухой обладаю? Просто на своих указательном большом пальце... О, как меня задрезло. На большом указательном пальце могу подниматься. Черт возьми. А дальше не могу, пузо не дает. Слишком пузатый я. Физически подготовленный пузан. Ладно. Как нас там учили на физухе-то? Ой, на физрухе. Физруха. Поднимаемся, короче. Опачки, пошла. Пошла морковочка моя. Да, а при чем морковка-то? Ладно, странные ассоциации какие-то у меня. В общем, все у меня фекально, хотел сказать. Шикарно. Короче, не прет у меня что-то. Давай попаркурим с тобой. Разгончик сейчас возьмем и... Раз, два, поехали. Вот тут так вот. Готовненько. Да, потные ручки. Ах, вы потные ручки подвели меня. Ничего, я не сдаюсь. Со второго раза точно залезу. Так, подожди. Разгон побольше. Ты, если что, не подумай. Это не шептун нифига был. Это я губами все сделал. Ну, знаешь, когда ты что-то пыжишься, там делаешь, и ничего не получается. Такой... Вот так вот. А ну-ка, здесь по трубам. Ну, по трубам-то я с детства умею лазить. А еще мне с детства говорили, что нужно ходить к логопеду. Но я так, видишь, и не пошел, потому что вместо того, чтобы идти к логопеду, я пошел лазить на трубах. Что я начал спотыкаться, я не понимаю. В общем, видишь, да? По трубам я отлично лазю. Детские навыки не пропьешь. Скорее всего, это неуместно было здесь. Ну ладно, короче, лайк за трубы. Вот, и за... Вот это не, это не лайк. Вот эта фигня, короче, паркурная, не лайк, дизлайк ей. И все, идем дальше. Какие-то шарамбы. Кнопку надо нажать, да? Ну-ка. О! Бумажный салют в мою честь. Ну, спасибо. Фига себе. Левитирующие шарики, что ли? Прикольная штука. Знаешь, на что похоже? Похоже на то, когда ты своему дружбану леща даешь за какую-то тупость. О, вот, оранженький мне за зачетный подойдет. На солнышко похоже, а. Сейчас мы его оттянем. Забавная штука. Трава. А можно мне в траву? Я туда пройду? О, кажется, я туда пройду. Двигаю стены, двигаю ТВ. Пройду я везде, но не дойду до беды. Стенка, конечно, зачетная. Можно мне такие панели домой? Я их в туалете повешу, и будет ощущение, что я сижу в поле. Ладно, какие тупые мысли. Что мы здесь имеем? Здесь куча всякого барахла. Куб какой-то. О, тяжеленький. Кубик. Раз, два. Нет. Он на башку мне оделся. Снимись. Как мне... Капец, он тяжелый. Я его с башки не могу снять. Помогите! Да что... Так, господи, я думал, я все. Буду теперь постоянно с этим кубом ходить на башке. А это что? Губка. Губка для мытья посуды. Фу, это же игра. Типа, оттяни шарики и попади по банкам, да?
Я вообще в мастерски в нее умею играть, смотри. Вот так вот. Что-то... Какой-то мастер из меня пьяный получился. Погоди, с дубля второго точно выйдет. Так. Сетарай! Отлично, красава. Только две крайних банки, они просто приклеены. Это что у нас? А, это просто держалки. Баскетбольный мячик. Ага. Началось. Начались какие-то головоломки, смотри. Давай зайдем. Похоже на какую-то детскую площадку. Ну, отпирайся же ты. Здесь у нас... О! Качалочка. Штангочка. Сейчас я тебе покажу, как я умею со штангой работать. Короче, берем вот так вот. И... Поднимаем ее наверх, над собой, чтобы уронить можно было себе на башку. Я, конечно, так не надо. Ронять ничего не надо. И... Вот так вот перехват. Ага. И теперь, чухо, что-то она как-то виляет у меня. И теперь просто качаем бицепс. И там вместе качается еще и трицепс. И попец. И жопец. И... Короче, хватит. Интересно, это тяжелая вещь? Не, легкая. А это что за пирамида? Египетская. Египетская сила. Взберусь я на тебя, кажется, я сейчас упаду. Она нифига не держится. Все, я разломал египетскую стену. Пирамиду. О, кажется. Кажется, нам сюда, смотри. Точно, как в портале. Есть кубик. Мы его берем и тащим на красную кнопочку. Короче, за всеми этими игровыми штучками спрятана головоломка. И мы сейчас ее с тобой решим. Дотащить только этот кубик надо, он офигительно тяжелый. Есть, кажется, все сработало. Там открылось что-то. Ну давай тащить сюда свою задницу, красный куб. О, ворота открылись. Я думаю, что на этой площадке больше ничего нету. Так что мы идем сюда.